Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы продолжаем тему совместимости в паре. И сегодня мужчина-дева, женщина-дева. Я подглядываю заметки. Все одинаковые знаки в паре не очень хорошо. А вот в этом случае дев, вот это то, что надо. Рациональное мышление рулит тут. У них похожий взгляд, и он идет в далекое будущее, которому им вместе идти очень комфортно. В самом начале отношений, когда уже понятно, что они собираются быть вместе, надо обговорить все нюансы совместной жизни. Кто что делает, что можно в семье, чего не надо делать. И это важно знать им обоим сразу. И этим исключаются дальнейшие моменты недопонимания между ними. Им надо знать, чего они хотят оба. Им надо видеть цель и пути ее достижения. Прям очень четко. Девы в паре – это друзья, партнеры и единомышленники. Они понятны друг другу. В сексе оба уверены в своей исключительности. И что они – как раз вот каждый по себе и есть подарок для своего партнера. И тут надо проследить за тем, чтобы искра не погасла. Девы могут долго встречаться. Она будет обдумывать, а вдруг будет кто-то поинтереснее на ее жизненном пути. А дева-мужчина вообще особенно в брак не спешит в данном случае. Но если они поженились, то тут уже не стоит друг друга критиковать, это они очень любят оба делать и думать, что самый лучший тут я. Если, как выше говорилось, оба распределят правильно свои роли и обязанности в семье, то путь к обоюдной цели будет прост и 100% выполним. Брак дев я воспринимаю так: ты мне, я тебе, тут партнерство идет. Они полезны друг другу. Главное, чтобы они не соревновались внутри семьи. Кто умнее, кто лучше и так далее. Нужно вот здесь установить прям равноправие, особенно когда их объединяет идея осуществления общей задумки или замысла, в которые они оба верят и хотят достичь. Соревнование и критика может привести к полному разрыву. Или они продолжат жить, но будут тихо, но активно ненавидеть друг друга. Поэтому стоит более бережно и снисходительно смотреть каждый на своего партнера. Мужчину стоит хвалить, если он проявил свои вот положительные черты. А мужчине стоит сделать так, чтобы женщина чувствовала себя умной и особенной. Брак, содружество между девами – это отличное дело. Особенно, если они даже, может быть, коллеги. Даже это не помешает. Я считаю, что очень хорошая совместимость в браке между девами. На этом видео заканчиваю сегодня. С вами была Наташа. Всех вас обнимаю, целую. До новых встреч. Пока.